Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами, как всегда, Мигу. Новая серия карьеры за Санкт-Петербургский Зенит в PES-21. Сделали мы небольшой перерывчик от PES в связи с выходом FIFA 21, но теперь PES вернется, надеюсь, на постоянной основе. И он раз в недельку будет выходить 100%. Я просто вот сейчас думаю, надо будет после того, как я запишу это видео, посмотреть будет аналитику в Ютубе по просмотрам. Типа, сколько набирают, когда, типа, рост просмотров, ну, останавливается, падает. Потому что если он, например, там хороший рост просмотров только вот в первые сутки, например, да, а на вторые уже как-то очень мало, то, в принципе, я готов выпускать видео каждый день, чтобы мы успевали все миксовать, чтобы у нас и Ultimate Team, и карьера за Реал была, и карьера вот в PES'е за Зенит, чтобы это все мы успевали, это все было быстро, чтобы мы не теряли нить, которую мы будем обрывать в каждой серии. Кстати, во-первых, пишите в комментариях, как вам лучше, вот чтобы через день видео выходили или каждый день. Напишите обязательно в комментариях. А вот теперь мне страшно. Вот мы сделали перерыв, но как бы очень не вовремя мы его сделали. Потому что у нас сегодня матч со Спартаком в чемпионате России. Матч, который может многое решить в плане борьбы за чемпионство. Потому что если мы Спартак обыграем, борьба за чемпионство еще будет. Мы приблизимся к Спартаку на расстоянии 5 очков и будем их держать в напряжении. Если же нет, Спартак уже оторвется на целых 11 очков, и там уже будет практически нереально их догнать, потому что у нас осталось мало игр. Также у нас сегодня Кубок России против Урала, ну и матч в чемпионате против Урала. Просто не вовремя, потому что у нас, по сути, сейчас может решиться судьба чемпионства. Ну, конечно, не решится она. Я имею в виду решиться, что мы можем его потерять сейчас безнадежно уже совсем. Окончательно и бесповоротно его потерять, если проиграем Спартаку сегодня. Вот, и не вовремя, потому что мы можем из кубка вылететь от Урала, просто потому что у меня не было игровой практики в PES'е. Потому что я сейчас 30, там сколько уже, 5 матчей за 5 дней проиграл FIFA. Сыграл, точнее. Проиграл там примерно 50% из этих матчей, чуть меньше. Поэтому, ну, PES, естественно, отличается геймплеем, и это будет очень интересно сейчас и страшно. Как я без игровой практики буду это все делать. Ладно, заканчиваем брехологию, выпускаем наш основной состав. Ой. Это плохо. Это чертовски плохо. У Мишки Киржакова у него плохая форма, ну и хрен бы с ним. В принципе, ладно, я думаю, отстоит. У нас главная проблема, что у нас Сердар Азмут сегодня в плохой форме тоже. Караваева там легко на Бустоса заменили, эта проблема решена. А вот самое страшное это в том, что у Азмуна не самое лучшее настроение, не самое лучшее состояние. Но мы выпустим сюда, я думаю, в принципе, тогда можем Малкома вот так меняем местами. Нет, неправильно я сделал. Сюда Малкома. Азмуна с Дриуси местами. Вместо Азмуна сегодня можно выпустить как Бейли, так и Сутурмина. Давайте доверимся Алексею. Малкому дадим оттянутого форварда. Вот так и отправляемся на дерби двух столиц. Как я уже говорил в одной из предыдущих серий, дерби с ЦСКА это такие культурненькие дерби. А дерби со Спартаком это прям мясо, это бойня, это битва самая настоящая, где накал страстей, эмоции, это все здесь будет выше крыши. Напряжение вот это, которое продлится от первой и до самой последней секунды этой битвы, этого дерби двух столиц. Ну давайте, с богом, поехали. Пытается один все решить, хороший пас. Аздоев, заряжай пушку! Нет. Мяч, по-моему, попадает в Самуэля Жиго и спокойненько уже еле-еле отскакивает к Александру Максименко. Какой пас прошел? Дрюси! Подача! Дзюба! Удар головой! Какой сейф Максименко! Вот это да! Ну, не очень сильный удар у Дзюбы получился, давайте будем честны, но тем не менее, великолепный сейф Максименко. У мяча Ярослав Ракинский, как обычно, он подает у нас угловые, Понце выносит, Дзюба на подборе, скидка головой. Вильмар Бариус, попытка дальнего удара, рикошет и в руке Максименко, хотя там мог даже, наверное, и Дрюси попробовать переправить мяч в ворота. Сутармин против Жиго, продавил Сутармин, Жиго, ничего себе, Сутармин, подача на дальнюю, Малком, где там, 1-0, Денис, ничего себе, Малком! Выпрыгнул и, находясь в окружении двоих защитников Спартака, сумел пробить головой и пробить неотразимо. 1-0, 22-я минута, фантастика. Тут гол просто абсурдный во всех его стадиях. То, как Сутармин продавил Жиго корпусом.
Ну, навес, ладно, навес нормальный. Ну, вот как продавил Малком Джикию и другого защитника Спартака, это фантастика. Кутепова, кстати говоря. Вау. 1-0. Перехват! Малком ошибается Жиго. Малком убирает. Жиго уходит от Кутепова. Передача. Еще Дзюба. Бить не дают. Малком. Мяч под левый. Не дают ему пробить. Рикошет. Малком. Разворот. Бить не дают. Фантастика. Понце. Ой, где Бустос гуляет? Где Бустос? Зобнин на левом фланге. Роман вошел в штрафную. Тащит мяч сам. Рома. Удар. Рикошет угловой. Опять идет сам. Опять идет сам Роман. Передача Понца. Не дать развернуться, не дать пробить. Нормально. Рикошет тоже помогает сейчас Андрею Лунёву. Дриуси хорошо. Малком поудачнее бы открылся. Дриуси идет сам. Удар в ближний. Какой выстрел пушечный. Но мимо ворот летит мяч. Ага, Ловрен выиграл борьбу. Понца. Передача вперед. Дзюба. Передача направо не проходит. Дзюба передача номер два. Сутармин. Сутармин. Пас. Малком принимает. Ах ты, нет. Хотел он проткнуть уже мяч в ближний угол мимо Максименко, но защитник Спартака не позволил этого сделать. И угловой удар. Добавлена одна минута к этому первому тайму. Дриуси на левом фланге против Джики. Подача. Мяч прилетает через всех. Крал выносит. И на этом первый тайм заканчивается. Пока 1-0. Зенит обыгрывает Спартак благодаря голу Малкома. Бустос. Подача. Дзюба через себя. Ничего себе. Да что ж такое-то? Он от Азмуна, что ли, заразился? Он с Азмун первые 5 выпусков постоянно. Что не мать, что дайте ему ножницами пробить разок. Дзюба в последнее время реально тоже, походу, заразился от Азмуна. Сам такой исполняет частенько. Жикия его продолжает Дриуси нагнетать и в итоге отнимает у него мяч. Передача. Сутармина, Зенит выбегает в контратаку. Сутармин, дождись Малкома, дождись. И выдай классный пас. Нет, пас плохой. Плохой. Но Дзюба продавил защитника Спартака. И только Максименко не позволяет второму мячу залететь в его ворота. Угловой Ярослав Ракицкий. Пошла подача. Вынос Зобнина. Барёс на подборе. Ему нужны партнеры. Барёс не особо бьющий. А вот Дриуси бьющий. Тем более, когда мяч под правой ногой. Снова Максименко тащит. Ракицкий. Очередной кросс его в штрафную. Дзюба потолкался. Жиго пробил. И на месте Максименко. Ой, пошли отсылочки к реальному матчу, что Максименко опять тащит. Вот мне это не нравится. Сейчас счет 1-0, и вот Максименко все тащит. Это меня прям вообще сейчас напрягает невероятно. Мяч чей? Непонятно пока. Мяч зенитовский. Хороший пас. Азмун. Дзюба! Максименко добить Бейли. 2-0! 2-0, 2-0, 2-0, 2-0! Леон Бейли! Вот это да! Замена сработала. Первые касания в матче Леона Бейли оказываются голевыми. И на 65-й минуте Зенит удваивает преимущество в счете. А вот теперь не дай бог нам сыграть, как в первом круге 2-2. Не дай бог, что Спартак отыграется. Я же этого не переживаю, понимаете. Что в такой ответственный момент вести 2-0. И вот не дай бог, что что-нибудь случится не так. Я этого не переживу. Бейли. Хороший пас, Азмунчик. Азмун. Минус Джикет, до свидания. Ой-ой-ой, передача плохая. Дуглас Санта, закидывай. Кутепов выносит, Бейли на подборе. Передача, Кузяев. Пас штрафную, Азмун разворачивается. Принимает и 3-0. Что за замены сегодня у нас? Сердар Азмун. Вот теперь я могу с уверенностью сказать, сидеть, Спартак, сидеть. 3-0. Мы садимся на хвост Спартаку. И будем их преследовать в оставшихся матчах. Сердар Азмун. 73-я минута. Ну как здорово он разобрался, а. Кузяев пас. Азмун принимает мяч. Сам рукой немножечко так от себя пытаясь сделать эту социальную дистанцию в 1,5 метра, которую Джики не хотел сейчас соблюдать. Он пытался Джики немножечко оттолкнуть, пока принимал мяч. И абсолютно без разбега, просто аккуратненько с правой ноги закрутил мяч в дальний угол. И без шансов для Максименко. 3-0! Разгром Спартака в Петербурге! Не такой простой. Соболев! Мимо! Перехват Бустоса не проходит до конца. Щурле! Щурле! Ларсон! Удар по воротам, штанга! Малком. Ну не дали атаку доиграть, товарищ арбитр. Хотя это уже...
Не особо важно, потому что матч окончен, и «Зенит» громит «Спартак» в Петербурге со счетом 3-0. Аплодисменты парням, потому что они выиграли в самый нужный момент. И причем как красиво и разгромно. Вот так теперь таблица выглядит. «Зенит» держит социальную дистанцию ото всех. Впереди в 5 очках «Спартак», сзади в 5 «Локомотив». Ну, я думаю, наверное, вот как раз только «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» попробуют разыграть чемпионство, хотя я даже в этом не уверен, что «Локомотив» сможет. А вот мы, да, будем с «Спартаком» бороться до последнего. Ну и мы становимся свидетелями уникального достижения. Именно наша команда наносит, наконец-таки, это первое поражение «Спартаку». До этого у «Спартака» ни одного поражения не было от слова совсем. Ну и, наконец-то, их суперпобедная серия прервалась. И кто это сделал? Правильно, «Зенит». Потому что «Зенит» что? Правильно, чемпион. Мы переходим к матчу против «Урала». У нас сегодня два матча с «Уралом». Первый сейчас мы будем играть в рамках четвертьфинала Кубка России. Давайте посмотрим, какая форма. У Ловрена плохая форма. Давайте Ампаду проверим. Новичок впервые выходит на этот матч. Ну и давайте. Бейли выпустим. И махнем его местами с Дрюси. Вот так. Поехали. Вот это здравствуйте. Снежок выпал, наконец-таки, в Петербурге. В честь четвертьфинала Кубка России. Зенит-Урал. Второй домашний матч. Третий с Уралом мы будем играть в Екатеринбурге. Но это сейчас не особо важно. Вот он, новичок Ампаду, который был подписан нами зимой, но ни разу пока не вышел. Он сразу взялся четвертый номер. Номер Доменика Кришета. Немного ли на себя взял этот молодой вализ? Посмотрим. Бейли, Дриуси. Пас фран... Какой пас! Не было офсайда! И спасает голкипер Урал. Ничего себе передача! Фантастика. Ну и молодец Азмун, что рванул на эту передачу. Зенит кружится возле штрафной Урала. Аздоев спасает опять вратарь Урала. Ярослав Ракицкий. Подача углового. Вынос. На подборе Магомед Аздоев залетает в штрафной, удар в дальний. Пушечный выстрел, но получилось в ближний угол. И опять на месте голкипер екатеринбургской команды. Ярослав Ракицкий подает угловой вновь. Подача на дальнюю, вынос. На подборе опять Мага. Мага бьет мимо. Да что там сегодня? Мага разыгрался. Обратный пас. Дриуси бьет слева и добить Азмун. Нет, пробежал мимо мяча Сердар. Дауэлл, Панюков, это сейчас было нормально. Да. Ну вот тебе бабушка и Ампаду, пожалуйста. Панюков забивает на 23-й минуте. 0-1 Урал выходит вперед. Просто ж всего все началось, смотрите. Вот, Ампаду. Его просто Панюков не пустил мячом корпусом к мячу и... Дальше просто Ракицкий уже перестал бежать. Он бежал за Панюковым, хотя не догонял его. Потом резко свернул. Вот здесь и все. И Панюков 1-1 с Луневым вышел и спокойненько забил. 0-1. Урал выходит вперед. В первом круге играли с Уралом на Санкт-Петербург-арене. И мы там еле-еле 3-1 выиграли. Хороший пас. Бейли. Бейли. Удар поворотом нужен. Но слабовато. Ты как твой... Пытался закатить, блин, в ближний угол. Ракицкий. Пошла подача. Вынос. Снова Мага на подборе. Обратно Ракицкому. Ну-ка, Ярик. Дубль 2. Хороший. Малком принял мяч. Удар. Рикошеты. Где мяч? Мяч вынесен на штрафную Урала. Ракицкий его подбирает. Азмун. Ну-ка, пушку. Выше ворот. Ефремов, передача в центр, Панюков, удар по воротам, штанга, не дать добить и не попадает, Дауэлл, ворота. Лунёв, что ты натворил? Спасибо, Барёс, огромное спасибо, потому что мне кажется, это могло быть 0-2 и дубль Панюкова. Зенит, соберитесь, что с вами, снег на вас так плохо повлиял, да? Вот это здорово, но Дриуси не успеет к мячу, Полетаев забирает его в руки. И передача. Азмун! 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 Мяч еле катился. И все, перерыв. 0-1 пока проигрываем Уралу после первого тайма.
Халявный А ударит нам Урал. И это очень хороший шанс разыграть атаку. Сейчас Малком с левой. Спасает, полетает. Так, друзья, выпускайте Кракена. Сейчас вам будет очень больно. Артем Дзюба появится сейчас на поле вместо Себастьяна Дриуси. Сейчас будет реально кому-то очень больно. Ну и давайте Ерохина вместо Аздоева сейчас выпустим, наверное. Итак, полчаса осталось, мы идем в атаку. В суператаку. Просто все вперед. Ярик теперь, Бариус будет прикрывать опору ЦЗшника. Он теперь в опорке и в защите. А Ракитский пошел в чужую штрафную. Прострел. Дзюба. Забить! Пожалуйста! Кракен свое дело делает! Артем Дзюба! 1-1. Зенит счет сравнивает. Ну вот опять у нас тяжелые матчи с Уралом, потому что Урал хреново побыграешь. Это не так просто сделать. Вот так вот. Дзюба появился на поле, ну, минут 5 как, наверное. Может быть меньше. Минуты 3-4. И сразу же первым же ударом забивает. Ну, мастерство, которое, как известно, не пропьешь и в карты не проиграешь. Это про Артема Дзюбу. И которое даже с возрастом не уйдет. Это тоже про Дзюбу. 1-1. Подача. Удар! Штанга! Ничего себе! Ты посмотри, что Урал делает. Урал пошел всеми силами в атаку. Просто все в атаку пошел Урал. Они, наверное, этот кубок такие надежды сейчас возлагают, да? Потому что, когда они вели 1-0, они играли в атаку. Сейчас, когда счет стал 1-1, они пошли в суператаку. Что с Уралом? Я просто не понимаю. Неужели реально Урал сейчас будет играть одними навесами на Панюкова? Это же бред тогда будет. Ерохин! Ерохин! Опа! Вот мог сейчас полетает мяч-то из рук выпустить, и все, и приплыли. И тут Азмун на добивании. Дзюба, хороший пас, Малком! Мяч, удар! Ой, я даже смотреть на это не хочу. Вот это вот этот удар Малкома, я даже на него смотреть не хочу. Слева накинул, но протыкал, и мяч поэтому полетел в обратную сторону. Емельянов. Подкатом, чисто! Не смей свистеть, перехват, Панюков! Лунёв, брависсимо! Не замерз, Андрюша! Вытащил этот удар. У мяча. Долго ждет. Готовится. Разыгрывает с Фидлером. А вот его спокойно забирает мяч Дуглас Сантос. И контратака Зенита. Полетели. Дуглас Сантос. Идет сам, хотя уже бесил абсолютно Дуглас. Дуглас. Смотри, что делает. Дуглас. Дзюба. И в ближний! Пожалуйста! Ну и кто тут бог футбола? Скажите мне! Эта фамилия состоит из 5 букв. Это не Месси, это даже не Салах. Это даже не Нойер. Это Дзюба. Это 2-1 Зенит. На 87-й минуте Дзюба выходит. И за полчаса оформляет дубль. И переламывает ход этой встречи. Переворачивает эту встречу. Уже в пользу Зенита. Ну и Дуглас Сантос, умничка, что вообще бесил. Он протащил мяч метров 70 минимум. И отдал здесь Дзюбе. А Дзюба спокойненько развернулся. И как он любит это делать, в ближний угол получает Полетаев еще один мячик в подарок от Артема Дзюбы. 2-1. Ну, теперь только додержать. Дауэлл. Панюков. Разворот! И опять штанга! Ворота на Санкт-Петербург-арене заколдованы. Если кто хочет не пробить, не получится. Там будет штанга. Ну, шутки шутками, но напряжение велико, потому что арбитр добавил 4 минуты. И Зенит сел в свою штрафную. А Урал атакует последними силами. Причем все абсолютно. Малком приближается к штрафной. Подача. Рикошет. Мяч у Малкома. Еще один навес. Дай, арбитр. Подача. И угловой. Не дали разыграть. Ну и ладно. Зенит шагает дальше в Кубке России. Ну какая победа была. Господи боже. Тяжелейшая, волевая, благодаря вот этому вот человеку. Ну, фантастика, просто Дзюба талантище, талантливый человек, талантливый во всем. Это я, конечно же, про его Артема Шмейхеля, ну и про, конечно же, его чувство юмора. Так он еще и футболист обалденный, который выходит и делает результат. В параллельных встречах ЦСКА прошел Спартак 0-2, Краснодар обыграл Рубин 0-1. И Ростов прошел Локомотив по пенальти 4-3, а в основное время матча было веселейшей 3-3. Ну а мы сразу же отправляемся
на третий и последний матч сегодняшней серии он опять будет против Урала. Кажется, что это не кончится никогда. На самом деле, так оно и есть. Давайте все-таки я хочу Прохина сегодня посмотреть. По Думе что-то не очень зашел. Вот этот его маленький приводик, который нам едва не стоил выхода в полуфинал, меня очень напряг. Поэтому мы выпустим сегодня все-таки. Попробуем молодому Прохину дать шанс в Екатеринбурге. О, в Петербурге шел снег, а в Екатеринбурге ясная погода. Урал принимает Зенит. Опять. Урал сейчас, конечно, обозленный. Он сейчас как раненый зверь. Хотя вряд ли Урал можно назвать зверем. Ну, зверенок неплохой такой, скажем так. Который, введя 1-0, пропустил от Дзюбы двушечку и вылетел из Кубка России. Причем там еще 2 или 3 штанги было, когда Урал не забил. И Урал, посмотрите, закрылись в оборону с первых минут. Когда матч с Кубком научил их, да? Что лучше с Зенитом играть все-таки от обороны. Удивительно, почему они это делают, это дома, а не в гостях. Хорошо, Малком, Караваев. Пас в центр, Азмун! И в ближний! Пожалуйста, 1-0. Пожалуйста. Вот видите, насколько шикарная связка Дзюбы и Азмуна. Как то ли вчера Ловчев говорил, что ли, я помню. Сидел ночью, смотрел матч ТВ после матча наших с венграми. И там Ловчев говорил, что вот Дзюба признавался, что вот раньше все забросы на меня шли в Зените, но когда появился Азмун рядом, то я теперь, принимая мяч, могу спокойно отдавать. У меня есть кому отдавать. Короче говоря, они дополняют и взаимозаменяют друг друга, видите, и они друг у друга чему-то учатся. Дзюба научился у Азмуна бить через себя. Азмун научился, походу, забивать в ближний угол. 1-0 Зенит, и тут Азмун летит. Азмун летит, наверное, за дублем! Не забивает Азмун. Ну а что Дзюба-то остается? Я думал, Дзюба сейчас справа откроется и будет вообще конфетка. Какой пас! Азамунище! 2-0! Мы любим разбирать Урал по дублям. Ну это если брать вот эти последние два матча, да? В том матче сделал Дуба. Дзюба дубль. А сейчас Сердар Азмун записывает на свой счет два мяча. Это только к 22-й минуте. То есть неизвестно, что нас дальше ждет. И парадокс, но пока в гостях нам с Уралом играть гораздо проще, чем дома. Закидывай. Малком через себя. Еще один. Ну, слушайте, вы размножаетесь, дорогие мои. Начиналось все с Азмуна. Дальше Дзюба. Теперь Малком. Кто дальше? Кто? Следующий должен быть, по идее, Дриуси. Кто попробует вот так с навеса в штрафную пробить ножницами. 0-2. Зенит обыгрывает Урал в гостях после первого тайма. Имея всего 4 удара и 2 из них в створ. Дауэлл. Не пускаем его. Удар, рикошет. Лунев кулаком переводит мяч на левый фланг, где его подбирает Ефремов. Подкат. Погребняк. Погребняк! Лунев. Ну, кстати, хочу заметить, что вот со вторым голом, это хоть и давно было, точнее, в начале второго тайма у Зенита немножко игра в атаке рассыпалась. Ефремов. Подача! Не дали пробить по Гребняку, хотя казалось, Лунев не стал выходить, это к большой беде. Дзюба. Вот хороший пас, Азмун. Убегает от Емельянова. Вышел Гадюр из ворот, сократил угол обстрела, не позволил Азмуну забить. Дзюба по пустым! 3-0, все, разгром Урала. Вот, я клянусь, я в это вставлю обязательно сейчас без нарезки. Я только-только сказал, что во втором тайме у Зенита рассыпалась игра в атаке. Мы через передачу плохо выходим, у нас все перехватывают. И вот, пожалуйста, один выход к чужим воротам, к чему он приводит. И вот казалось, здесь Гадюр, все, вышел. Молодец, отбил мяч, сократил угол обстрел. Но дальше Азмун, по-моему, спиной скинул мяч в центр на добегающего Дзюбу. Давайте еще раз посмотрим, что здесь было. Мне просто интересно, реально спиной Азмун скинул или как? Удар. После сейва Гадюра зажигается свечка. Да, спиной, хребтом, позвоночником. Называйте как хотите. Азмун скинул мяч на набегающего Дзюбу. И Артем в такие импровизированные ворота в виде двух защитников Урала отправляет мяч по пустым. 0-3, 76-я минута. Вот и Дзюба сегодня свой гол забил. Прохин. О, Данька пошел. Сразу и на счет 3-0. Можешь делать все, что хочешь. Даже Даньке и Прохину идти в атаку. Азмун офсайд. Жалко. Жалко. Сейчас Прохина могла, в принципе, чисто теоретически быть голевая.
Кстати, у Дюба офсайда не было. У него тоже хорошая позиция для удара была. Надо было катить Артему. Ой-ой-ой, Новиков. Кулаков, снова Новиков. Удар поворотом, рикошет, Лунёв! Нормально. Дайте Лунчику один хоть мяч сухую им сыграть. Спасибо. Не понял, товарищ арбитр. А где ваш свисток? Мы переиграли полминуты уже. Это всего лишь аут, а не угловой. Не понял. Кухарчик. Погребняк. Удар, Лунёв, хорош! И спасибо. Ответочка за матч в кубке прилетела, не дали Уралу разыграть угловой. 0-3, Зенит громит Урал на выезде. Три удара в створ у Зенита из шести общих. Реализация стопроцентная. Вот, 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 вот. Вот это уже интересненько. Спартак потерял очки с Рубином, они сыграли по нулям. Локомотив с Уфой сыграли 4-1. Вот. Вот теперь уже интересней. Три очка всего до Спартака. Просто на расстоянии вытянутой руки. Извиняюсь за выражение, обострись разок, Спартак. Победи мы будем первыми. Ну, естественно, еще чтобы там разница забитых и пропущенных была. То есть Спартак там проиграет с разницей в 2 или в 3, да? И мы победим с такой же разницей. И будет вообще шик, блеск и красота. Чем дальше мы движемся, тем интереснее становится матч. У нас в следующей серии первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ливеркузенского Байера в гостях на Бай-арене. Ну и также матч в чемпионате с Арсеналом домашний и выезд к Химкам. Вот, но вот матч с Байером это очень интересно будет. Посмотрим, как наш Зенит вообще щупается. Чемпионате это мы почти лучшие, почти. Не считая одной маленькой проблемы под названием Спартак. А вот как мы в Лиге Чемпионов? В 1/8 уже играть с более серьезными соперниками, ну вот типа Байера. Так что если вы хотите побыстрее увидеть эту битву с Байером, то влепите быстренько здесь лайк, подпишитесь на канал, потому что 95% моих зрителей смотрят меня без подписки, что вообще отвратительно и не дело абсолютно. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был, как всегда, Мигу. Увидимся в следующих сериях. Всем до скорого, всем пока.